Боль в суставах все чаще и чаще начинает мучить не только людей пожилого возраста, но и представителей более молодого поколения. Как помочь организму, не прибегая к помощи дорогих аптечных средств? Обсудим это в нашем сегодняшнем видео. Многие привычные нам продукты способны эффективно снимать суставные воспаления и боли. Такие средства полностью натуральны и не вредят здоровью всего организма. К тому же приготовить их достаточно легко, а используемые ингредиенты обычно всегда имеются под рукой. Смешиваем 2 ложки порошка имбиря, 1 чайную ложку куркумы и 1/2 чайной ложки красного молотого перца. Добавляем горчичное масло и доводим до пастообразной консистенции. Полученную массу наносим на бинт и прикладываем к больному суставу на 4 часа, укутав сверху теплым платком. По истечении указанного времени компресс снимаем и промываем участок водой. В 3 чайные ложки водки добавляем 2 чайные ложки меда и 1 чайную ложку сока алоэ. Такую смесь необходимо распределить на область сустава и оставить на 30 минут. Процедуру следует проводить не чаще 2 раз в сутки. Смачиваем марлю в подогретом пихтовом масле. Сверху на нее наносим соль и прикладываем к больному участку. Накрываем пленкой и эластичным бинтом. Такой компресс необходимо держать всю ночь. Курс лечения составляет 1 неделю. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.